Всем добрый вечер, девочки. Хочу вот похвалиться вот таким светильничком. Быстро мысль пришла, быстро ее выполнила. В общем, первый раз, когда я получила машинку, я вам показывала вот такие штампики. Цветок, который состоит тоже из трех деталей, ну, как ромашка. Большой цветочек, поменьше, средний. Вот. Я подумала сначала, я хотела двойные сделать. Думаю, можно и двойные сделать, сразу приклеивая. Потом думаю, нет, попробую я большими полностью весь шар как бы приклеила, а эти как бы сделала в разноброд. Вот. Потому что, вы знаете, нельзя так точно рассчитать, чтобы прям все совпало. Поэтому вот так вот сделала. Ну, получилось, я скажу, неплохо. А внизу, помните, я вам показывала, я снежиночки делала. Вот я их вырезала. И вот такой светильничек получился. Мне кажется, оригинально. Сейчас я вам, конечно, покажу, как он горит. Блесточки я сделала, видите, да? Они тоже сверкают, аккуратненько так все. Вот, это изолончик, изолон двойка. Вот, цвет такой розовенький, нежный, хороший. Вот, и он смотрится такой небольшой, хороший. Теперь, значит, что я еще вам хотела сказать? А, теперь можно попробовать даже вырезать цветочки из фоамирана. То есть, ну, скажем так, даже попрактичнее будет. Фоамиран не единичка, я хочу даже двойку сделать. Но уложу по-другому. Можно буду делать сразу цветочек полностью и с каким-то расстоянием. Вот боюсь только то, что это расстояние будет, ну, ярко светить. Иногда не хочется, чтобы ярко светил, да? Вот мы сейчас его включим. Вот он какой, видите? Вот он оригинальный, нежный такой. Вот какой он светильничек у нас. Цвет такой. Вот так, мои хорошие. Вот чем я хотела сегодня похвалиться. Вот. Я его очень быстро собрала. Всего доброго, мои хорошие. Это вам идея на старый Новый год.